Мы на начальных этапах реализации предполагали мероприятия по газификации населения в Елизовском городском поселении, Пионерском, Нововачинском и Николаевском сельских поселений, поскольку до населенных пунктов указанных муниципальных образований доведены межпоселковые газопроводы. Но в то же время, исходя из технических возможностей газопроводов, догазификация вот первого этапа коснется Елизовского городского поселения и Николаевского сельского поселения, а остальные населенные пункты предполагается осуществить их газификацию в рамках программы газификации до 2025 года.